где этот тупой Слендермен? Куда идти? Куда идти? Куда идти? Я не знаю. Где-то должны быть какие-то мечи. Мечи, которые надо собрать. Надо куда-то бежать от него, все время осматриваться, чтобы он не застиг. Мне так кажется, здесь был мяч. Я не помню точно. Сейчас будем его искать. Этот мяч. Пробуем найти снаружи. Так, надо смотреться, нет ли его здесь. Чем больше мячей я буду собирать, тем более будет он сердитый. Здесь нет мячей. Все мечи, не пойму. Где эти мечи? Куда они делись, все эти мечи? Придется заходить внутрь. Это очень страшно. Его здесь нет? Вроде нет. Ладно, пойдем в другой дом. Там где-то. Вот он, мяч. Вот он. Вот он, мяч. Шар. Я его нашел. Отлично. Надо скорее бежать отсюда, потому что он уже тут. А, вот он там, он приближается. Скорее отсюда. Валить надо, валить отсюда, валить. Валить. Он дышит у меня за спиной. Так. Смотрим, где он, слава богу, вроде его нет на горизонте. Идем дальше. Где он? Где он, черт чудной? Где этот идиот? Слендермен, он меня съест. Где он? Вроде нету. Так, надо срочно найти еще шары. Где эти шары? Я всего один шар нашел. Шары, не знаю, где еще искать, где эти шары, где они разбросали его, где они их разбросали. Какой-то сарай с белой крышей, что это такое, пай, где я, что я, ничего не видит, а? Где этот Слендермен? Вроде нет. Вроде никого нет. Ужас. Что, войти вовнутрь этой развалины? Что меня там ждет, я не знаю. Вроде нет никаких мечей. Нет никаких шаров. Так, надо смотреться. Нет ли его? Вроде нет. Здесь его нет. Это что такое? Там мелькнула страсть какая-то. Что это такое? Господи. Где эти шары? Вроде здесь нет шаров. Так, пойдем вот туда. Какая-то избушка еще стоит. Может быть, там есть еще шары. Надо собрать срочно все шары. Так, надо смотреться. Нет ли где Слендермена этого? Нигде. Еще какая-то развалина страшная. Куда идти? Куда идти? Я не знаю, куда идти. Или я здесь уже был? Что-то я запутался уже. Вообще не поймешь, где я был, где не был. Где он? Где этот?
Так, а здесь нет шаров. Посмотрим. Так, это он там, что ли? Нет, вроде не он. Там какие-то... Ничего. Сейчас посмотрим, что нас там ждет. Если я помню, был еще один шар, я проходил вот этот уровень. Я проходил его. Где этот чертов Слендермен? Где эти шары? Куда идти? Я не знаю. Не знаю, куда идти. Где-то снег идет. Черт, что вообще творится? Катакомбы, я не знаю, куда идти вообще, что здесь происходит. Если он меня здесь поймает, все, мне конец. Здесь у нас нет никаких шаров. Что это? Я не пойму, куда идти? Господи. Где тут выход вообще? Где вообще выход тут? Алло, ребята! Ребята, дайте мне выйти отсюда. Так, назад. Была дверь. Вот она. Все, сейчас нет, тут не выход. Это кресло. Хорошо, что он в нем не сидит. Этот чертов Слендермен. Во. Выход. Где выход? Я не пойму, как туда выйти уже. Так. Все, пошли отсюда быстрее. Слендермена. Где еще шары-то? Покажитесь, шары! Где вы? Так, посмотримся. Какие-то избушки, фиг найдешь, что тут вообще у них. Понятно, избушки какие-то. Там какая-то избушка еще на горизонте. Там есть какие-то шары. Вот там что-то валяется еще. У них тут не найдешь, ничего не найдешь у них тут вообще, какие-то идиоты просто, что там валяется-то? Вот это что? Шары есть тут, алло? Алло, гараж? Возьмем эти контейнеры и... Может они в контейнерах? В контейнер заглянуть, подпрыгнуть, что ли? Ничего не поймешь, где этот Слендермен? Господи. Где этот Слендермен? Идиот какой-то вообще, не знаю. В контейнере его нет. Прыгнем сейчас в этот контейнер, посмотрим. Не знаю, ничего там нет, по-моему, в этом контейнере дурацком. Так, надо смотреться. Горизонт чист, Слендермена нет. Слендермена нет. Так, куда пойдем? Куда пойдем? Я не знаю, куда идти. Не знаю, куда идти. Тут какая-то палатка дурацкая, может быть, там есть шары. О! Есть! Так... Должен быть этот Слендермен, идиот! Меня теперь не дохватится, а? Придурок чертов! Где он? Где он? Чё-то его нет нигде. Вон он там сзади! Всё!